Main танк. Какого? Main танк. Нахуя? Давай я спекну. У нас Алисы нет. Дай фласку, царь. Ну давай спек. Какую фласку? СПД. Продам косарь. Котлас, если бы ты его еще зачарил, вообще было. Сейчас, секундочку, подойду. У меня код пропал, оказывается. А я и не заметил. Да, по-любому. Ты его сожрал. Поди жрать, парни, пошел бы. Нихуя, нихуя. Мастер, давай я в этого спекнусь, в Аркана. Кого? В Аркана спекнусь. А мне пофиг, в кого ты спекаешься? А потом во Фраставле. ЕП будешь давать мне. Нет, вы не получаете ЕП. Чулан, последний раз. Чё за рыба на? Чё за бомжи на котах? Сегодня кабанчик. Кабанчика душим. Два каба, три кабанчика. Хорош, четыре. Кушайте. Будете вайпаться с первого трая, начисляя ЕКП. Царь. Нормальная рыба где? Обезьянная рожа, ты где? Он же сказал, отошел. А ого, сколько кликов надо, чтобы, блин, закликать кабанчика. Че вы члены не рисуете? А где рыба нормальная стоит? Че это за блядь? Нету такой. Что это, блядь, реально за козырный пирог? Хочу кабанчиков кушать. Куда Алиса ушла? Да нет, что-то с телефоном махнул, если что-то. Там писала что-то в Дискорде. Ты просто спик говно у него, вот и все. Вот мой танк. Блядь, я этих кабанов не сажал, заебали. Кто там член просил? Ты не член, это воятельный. Ну кому это? Кривой такой. Это шея. Ебать, насколько хватило. Это какой-то шея. Раздала капан. 2D-версии. Нарисуй лучше. Пашки, нахуй, хилимся, блядь. Там Алиса что-то в дисе написала. Сейчас посмотрим. Да, самое время. На компене нормы нет, на мобильный не пошли. Понял, понял, все. Короче, что-то непонятно. Далее, на Умосков, Чулан, Ромку. Мне можешь не париться, не кидать фридом. Могу сам себе снять это. Стопнули по левой дали. Разбили. Трепещите, смертные! Ибо ваша шалкая магия теперь бессильна!
Говоришь, не лагает. Лагает. У тебя же зеленка есть, которая тебе должна спасти. Ты уже вернулся, типа, просит? Метки выгляжу. Чё ты, пан, ты опять так и не открыл, да? Разбили глыбу. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Ты заметил, мастер, это? Чё? Ты заметил это? Как я фужу му, у тебя прокает корова, кровопускание, блять, буль. Не спустились, котла, Солмосков, сомалийский попал. Надо было старый обезьян. Надо было. Ебать, даже идеально, сука, глыби ставить. Потому что на мне она. Ой, простите. Царь, ты чё? Я просто дурачок. Все нормально. А теперь почувствуйте всю мощь господина! Вторая фаза. И погрузитесь в отчаяние! Не стакаем сильно. Майски влево выбежал. Влево! Влево! Да, выбежал уже вправо. Парень, дохи раю. Бля, я не ебал, мы выносили под босса, чтобы скидывать стаки. Сразу видно, фашу. Парень не дано. Прямо в центр, в тотемы, утошли все оттуда. Назад, дальше, дальше немного, дальше, назад. Притяжка сейчас. Чилку проебали. ШВ дайте. Разбили, дали Геру. Сомалийского на фул держите. Центр. Отошли от центра. Блять. Раки. На ХП пора давать. Царя Барри. Он здесь. Фарей ушел. Бэрти, чё вы там, дрочите, что ли? Босса. Так, тут или нет? ДНМ. Всё, притяжка должна быть. Стопните, если глупо будет. Блядь. Прожимку дайте-ка, сомалийский. Это. О, а чья это склеп был? Ой, назад. Можете ложиться.
Хорош. Ты у нас войны зад всех забрал. Молодец. Зачем вы так быстро среднюю глыбу убиваете? Вы слепые, разбиваете быстро. Не успевают скидывать люди. Делаем следующим образом. Склепы сливает только милики. РДДшники бьют только боссана. Согласен. Это касается на второй фазе склепа, чтобы вы понимали. У тебя что, 4 хила сейчас? 5. А, ой, назад вылетел, да? Ой, тебя менять, я так помню, не сразу. Только после первой глыбы. Как скинул, так и меняешь. Надо ни глыбы не считать. Просто не скидывалось, не разбивает глыбу очень быстро. Скинул, сразу меняешь. Вот и все. Одно единственное правило. Я тебя поменял сразу. Можно сказать, по началу второй фазы. Да я видел. А там на мне еще не было стаков, типа. Ну хорошо, я понял. Я просто стоял, смотрел. Втыкал. Бросьте. Да, я тут. Ой, ну зад пишет, его выкинул Эйнет за ладон. Да, на тебя метка, давай заходи. Типа метка. Угу. Повезло тебе, что тебя залагало. Заходит. Все, путаница. Спасибо за рейд. Тебя получила свобода. Рыбу ставим. Господа, поздравьте меня. У меня кот нашелся. Поздравляю. Спасибо. Вперед, у тебя будет сучка? У тебя в желудке. Зачем мне еще одна? У меня есть ты. Чулан, у меня уже 54-й дуль. Маленький, тогда нас вылетел чувак, блядь, просто. Плюс вы глыбы нахуй разбиваем, блядь, пиздец. Кто мог знать, что у нас такое ДПС? Кулаки разбафали. Видно, что... Блядь, я ж поменял нахуй. Вы можете в две взлетки сейчас, путаница ушла, в две взлетки делайте. Смотри по процентажу. Керу может ждать, чтобы третьей взлетки не было. Какая РС? Я говорил. Лучше две взлетки, чем три. Это потеря большого. Согласен. Количества времени. Да ничего, Чулан, все заебись. Можно 5 часов сидеть в рейде, а можно 2 часа. Ладно, я поставлю вам, сука, метки, а то я смотрю, блядь, да не все знают. Да нахуя, все нормально, да? Ставилось. Будешь сейчас сидеть, время терять. Первая, левая. Нормально, вторая, у нас люди вправо метки уносят, что нормально, уводят. Чувак не знал, он походу с циркуля пришел, да? Ну я с Изенгарда. Ну мы под босса ставим. Мы, блядь, тут... Да он просто не донатил, все нормально. Под босса тут нельзя, потому что она сразу начинает рейдиться, блядь, кидаться по всему рейду, нахуй. Поэтому надо немного дальше ставить. Ну все, я понял. Ну не заруинил же, я не ялбать, ну. Я бы ХП дал. Заходим. Я бы взял. Прохиливаем. Говорит, Дима, поставь пироги, и хер пожрёт, уроды. Я ел. А ну открой. Я просто дома покушал это, извини, пожалуйста, не очень хочется. А так очень вкусно, правда. Здесь ваше вторжение и
Собака ебаная. Так его постепенно. Ну, сколько? Блять, выбежали. Я туда побегу назад, блять. Сука. Как заметно, что расколы есть в рейде, нахуй, это пиздец. Ты попал, блядь. После притяжки, стоп. Понял тебя, блядь. Чулан реса еще его после бомб. Разбили клубы. Две взглядки мы не приведем. На третью придется прикурить. Хотя. Шарп, у тебя конвульсии. Че ты бежишь туда-сюда? Ой, ну за шилку меня прям сейчас кидай. Кидай шилку. Дай быстро. Хорош. Что там мой мать? Мастер в Долоран, давай. Что, царь, левую стоп, словил? Левую стоп. Да смотри, похуй. Тебя разобьют сейчас. Похуй. Мастер, прожимайся. Я успел даже забежать. Хорош. Это мах лутанул. Далее Геро. Успеем, не успеем? Не, не успеем. Успеете. Далина надо БР. А, КД? Чулан, Моса, как это КД? Вот так. Моса, минута. Без него хит. Слышь, успели. Хорош. Стаки скинули. Царь обезьян налево. Только милики бьют, а РДшники в боссе. Блять, всем надо. Да тише, тише. Скалки морозит. Не разбивайте быстро. Стоп, ну ДПС. На пухо подержите, алло. Иди. Мосс, откати, сразу дали на бар. Далин. Танков захватывайте, на фул хп держите. Вторая глыба. У них нет мозга. Ни одной ходки вообще. Ни одной, я сейчас упаду. Ромков налево.
ваша жалкая магия теперь бессильна! Скидываем стаки РДД. Все нормально. Все под контролем. Эту глыбу стопаем. Сейчас притянет вас. Идите быстрее. Стоп по глыбе. Просите налево. Просто налево. Разбили. Сейчас будет все равно притяжка. Готовься, давай, ЧВ. Убежали, дали ЧВ. Вы еще и голову в центр. Защитите, пожалуйста. Рано выбивай. Рано разбивай. Пан налево. Глыбу. Подольше сейчас побейте. Там разбивай. На трех лямах. Не-не-не, на двух. Пана разбиваем, после этого все метки угнозы. По-моему, я умер. Глыба, бру. А почмак, выходи нахуй с рейда. Тупо в босса. Хорош, арбы. Умкайший. Молодцы. Какое говно. Прости. Ульдар. Не шер говно есть, честно, ребят. Честно. Ульдар. Специально, да? Да. Говнюк. Я тебя ненавижу. До этого любил. Люблю, конечно. Конечно же, люблю. Говно говном, но... И если с острова нет, то, конечно, можно ее поставить. Но так она говно. Ух, мега ровно. По одному на тело, очпок-пак, ты уже получил. Очпок-пак. Дим, я не понял, а кто МК на меня кидать будет? На тебя маг кидает тут, ты чё? А, кстати, на мне ещё висит 19 МК. Минут, нормально. Так, пан. А я уж думал, ты меня хочешь обмануть и бросить. А, это я нечаянно, сори. I'm sorry. Вы, блядь, мои проёбы, если чё, пишите, вы не парьтесь, если чё, блядь, я всё сниму, просто проебался. Мистер козёл. Так, укругляем, и получается у нас 138. Ну, там еще плюс 1 ГП, но все хуй. Есть такие, кто тактики не знает? Вы мне объясните, как вы бьете? Вы чему выносите? Все мы выносим, все по стандарту, нахуй. По короче, лайку. Смотри, видишь чума, где разворачиваешься и блинк вниз вон. Не, я знаю, да. Чё, к чему. И прыгаешь, нахуй, с обрыва. А вы как вот, идете? Вот? Обязательно, обязательно, до... нахуй. Это да, вот трусы вы. Короче, я увижу, но успокойтесь. Войд на босса. Оф, танк держит мобов, к нему выносишь чуму. С себя и дисплей. Шкаф! Просто спихи выносите, не? Где чего еще раз? Прилогай.
На диспеле у нас посидит у нас бычья голова, не умеет нахуй. Ой, назад умеешь диспелить? Я уже говорил, бычья голова, скачивай вуду и удаляй нахуй хилбота боссами. Все диспелится одной кнопкой. Кстати, у вас здесь магии фейкают? Ну, я получается, нет? Ну, первое, ну, короче, когда тебя Валька бросает, блин, кануться на платформу. Мы всех Валек сливаем, кроме локов. Варов тоже сливаете? Да. Да. Можно спасаться, но нам лень, нам с ДПС хватает и на Валек нахуй. Тут Вальке говно. Тут каску порубим. Говно. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Чувак, за тем делка. Погубил десятки тысяч душ. Я вижу. Ну, такое начальное, жесткое, потом нормально. Ты типа там по спам, если боб надо, у меня на тебе макро до сих пор, по-моему, висит. Да. Вроде в самом начале особо никто не критует, вроде кроме меня. Ну, прям так жестко. Давай да, фул на пул и даем сразу с пулами. Сальву даем по мне и по пану. И по чулану. А по бате. Не-не, на меня сальву не надо. Когда Гера был? Нет, через 40 секунд. Уже не будет через 5 минут, нахуй будет. Только один не дал нам. На, у тебя коробка. Хотел сказать, бой, да истерию, там хуй там. Гер. Не давайте гер. Чулан. Бросьте. Мастер, следи там за агрой, я на тебя на пулы кидаю. Ой, зря. Ушли. Что на пулы. ДПСик. Чуть не сорвал, да? Ну, это уже ты виноват. Дим, твой первый, мой второй. Ну чё, блядь? Сука! Быстрее начал кастовать, что ли, блядь? Ебать, он быстро падает. Ну, а ты думал? Я ж на роге. Согласен. Переходка. Не стреляйте агро. Сферу убили. Ну чё, когда Гера на улице? Геру.
Чё там по осквернению? Сейчас будет. Отбежали. Тарты на босс. За спину боссу. Сейчас вальки будут и оскорбления. Отбежали. Убили ромбик. Стан по ромбику. Не дал. Хорош, Шерпуск. Брось его меня, комбат! Зубы есть у ДЦ? Воскрепление! С центра вышли. Давай зубы, ДЦ. Вальтер. ДЦ зубы поводит. Дал? Нет. Сейчас вальки. Кружок не бейте. Там мы можем вообще никого не бить. Отбежали. Чулан. Ушли оттуда. После валик ведешь на край. А, забагал, саппорт пропал. Нас схватили. Разбегаемся. Дашево. 1% убейте лича. И подходите на край спасся, к личу. Да? Элрей, Элрей. Элрей ушел. На край к личу. Вальк. Кинь, все в лича, блин. Шивай, Адаш. Только из-за Валькина ебаный ДПС проебал. Да. Аж ВКД было, если что. Я буду напуливать на тебя, мастер. Нормально догонит. На войд, да напуливай духов. Дим, я первого напулю. И еще. Угу. Я тебя сбил. Второй твой. Шары, шары. Сука! Не могу сбивать уже. Блин, демон сдох. Сука, как. Ну, БР есть, так. Сука. Он упал. Блять, он в центре лежит. Не важно, что ты упал, важно, что не поднялся. Сфера. Пан, бля. Блять. Псих, блять. Осквернение, не? Сейчас жатва будет. Царя прохил. Конечно, на меня. Ой, Кас сейчас не забил какой. Бежим. Служа будет. Уйдите с потух. Осквернение. Сы вышли оттуда. За спину лечу, Войт, оберни. Сомалийского не уроните, но 5 хилов, блядь. Этот. Оскорбление. Готовь сомалийский на меня во время 10%. Цель, отошлись от него, от ЖП. Чего? Готовь на меня диван, когда будет 10% босс. На царя кинет Вольтер диван.
Прохил костели. Воскренение. Разбегаться после духа. Надо. Разбежались. Котлас. За спину меча встали. Искренение. После духов. На следующем касте духов оно может перед духами быть. Но там мы уже убьем его. Включи головы. Не будет следующего. Просто добивайте его в центр. Готовьте диваны. Диван. Кидай диван. Диван! Никто не кинул. Пришел конец. Я тыкал. Он тебя, же было... Вот это было обязательно, мастер. Он нет. Же крылышки может кинуть. Крылышки же должны спасать. Да ты все равно первый по ДПС. Диван после крылышек. Просто кое-кого в комнату затянуло. Нет. Да, да. Чё не скажешь. Ну шо, мастер, разбагался под конец? Просто когда нормальный рейд, нормальный ДПС. Да, да, да. Спасибо, спасибо. Надо было котлас. Понимаешь, царь, ты понимаешь, я, блядь, везде на каждом боссе нахуй гарема передамаживал, блядь. Ты привёл сюда лучших воинов. Гарема? Пять репаул. Да ты просто да. Рассекающим накрутил там вот 800 тысяч на мультидоте. Согласен, чисто ширкарей зарешал. Вообще ширкарей зарешал. Да, да. Какой ну, тебе игры, да? Сколько у тебя по ширкарям? Ширпиступ. А, всем? Ну это за мастер. Фул, он когда принял? Ну ты мастер. Сколько дается за целка? Сколько, блядь? 3-400 дается. Даруй мне последнее благословение. Понял? Давай 4. 4К кидай за фаст пронос. Ну, блять. Это когда ты пришел на лича, помог, да, и за 15 минут убили. Тогда 4К дают, да? Кстати, а что здесь чё пойдём? Тут челики сидели, блядь, 3,5 часа. Я город за вас, пацаны. Mm-hmm. Да, герд падает или нету? Ух, Алиса нахуй бы сдала, блядь. А зачем ей Митриос, она чё, кончит? Если она кончит, то я просто делаю. Эту хуйню бы взял. Не расходимся, не ливайте, пошли закроем там чувакам из гильдии, Като. Ой, какой ролл, Ньютон? Какая Като? Там четвертую Като закрывает. Ромкоу забирает. Серьезно?